Дорогие зрители, всем привет! С вами передача «Покашеварим». Многие из вас с детства помнят вот такие ракушки, да? Мы их все ловили в речке, когда купались. Но эти ракушки морские, называются они мидии, и сегодня мы их приготовим. Мидии мы с вами запечем с очень вкусной начинкой. Это достаточно простой рецепт, который мы сдюжим. Вот для того, чтобы нам сделать такие мидии, нам нужны сами мидии, причем они должны быть в створках. Обычно такие мидии продаются замороженными, их надо, естественно, предварительно разморозить. Еще нам потребуется 3 ломтика хлеба, 4 зубчика чеснока, майонез, соль, перчик и обязательно твердый сыр пармезан. Купите нормальный пармезан, и вы не пожалеете. Мидии необходимо промыть под проточной водой и обсушить. Мидии необходимо ровненько выложить на какой-нибудь противень или какую-нибудь большую форму для выпечки. В первую очередь надо избавиться от корки в хлебе. Мякушку покрошить руками. Раскрошенный хлебный мякиш необходимо обжарить на сковородке с небольшим количеством растительного масла. В остывшие хлебные крошки трем немного пармезана и выдавливаем чеснок. Добавляем майонез, чтобы у нас получилась консистенция густой сметаны. Немного солим и перчим. В идеале еще в эту смесь надо добавить васаби, но если у вас его нет, то ничего страшного. Разогреваем духовку до 220 градусов. Выкладываем получившуюся начинку на мидии. Запекаем в духовке 10 минут. Через 10 минут замечательные мидии у нас готовы. Можно приглашать гостей, разливать белое вино по бокалам и кушать их. Вообще мидии — это классно и очень удобно, потому что они уже сами по себе в посуде, и не надо даже тратиться на тарелки. Мидии прям можно есть с этих скорлупочек с их, да. С вами была передача «Покашеварим». Всем пока, до новых встреч!